Уникальные кадры, накопившиеся за десятилетия работы, это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. Сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах март 1988 года. Редкое явление тех лет – женщина за рулем. И не обычного автомобиля, а грузовика. К сожалению, в архиве не сохранилось имени героини материала. В кадре – проходная, предрейсовый осмотр машины, водитель получает путевку. Если вы узнали эту выдающуюся женщину, обязательно позвоните к нам в редакцию. Также мы надеемся, что отзовутся родные героини и расскажут, как ей удалось в 80-е годы стать полноправным участником дорожного движения. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите. Будет интересно вспомнить вместе. Телефон нашей редакции прежний – 22 72 82.